Доброе утро. А? Если я вот так посмотрите, нашла в культуре. Это же этот самый культур. Всем доброго утра. Мы уже проснулись. Вернее, Антоша и Афанасий еще спят. А вот Григорий, я и Сержуня проснулись. И у нас сегодня годовщина свадьбы. У нас сегодня 7 лет. Я даже не знаю, какая это свадьба. Вот, и по этому поводу я даже решила накраситься. Мам, у нас дети. Ага. Доброе утро. Доброе утро. Ты проснулся? Да. Как дела? Амана. Что тебе приснилось? Феи. Феи? И русалка. И русалка? Пахнет, конечно, фантастически. Да. Пошли папу звать завтракать? Точно. Я все готова. А Гриша? И Гриша, пойдем. Да. Что же, выкопали пролетик, да, вы? Два ряда. Угу. Один. А у нас их сколько? Три? 16, 8. Раз, два, три, 16 рядков. 5. О, где-то вытал. 10 рядков. А? Папуля наш там что-то налаживает с дедушкой. Мам, пошли лазовочку. Что ты там берешь, сынок? Картошку. Картошечку? А маленькая ты поедешь. Угу. Тебе вот. Угу. А память тебе. На память мне картошечку? Спасибо. А белого супа? Для белого супа? Да. Хорошо. А ты ешь? Где? А? Тик-тик. А где он? Вот. Где он проснулся, мой музык? Ты проснулся, музычок? Музычок. Доброе утро. Доброе утро, роднуська ты. Ай-яй-яй, ты что брата обижаешь? Мама. Афанась. Он так любит, как ты любишь. Поцелуй брата, поцелуй. Нельзя его. Поцелуй брата, поцелуй. Поцелуй. Эй! А я тобой хочу полежать. Давай полежим. Ты будешь лежать, я понял? Давай чуть-чуть с тобой поговорим. Давай поговорим чуть-чуть. Ну ложись, сейчас чуть-чуть. А если он заснет? Не, он уже не заснет, он сейчас побежит уже на улицу, да? Там такой писем. Афоня, ты тоже брат? Ты первый уже? Да. Ты на завтрак построился? Да. Все, пошлите завтракать, да? Все. Да? Ларисы, я. Афоня тоже драться его. А прикольный такой. Ну еще что-то прикольное, папу побили. Ау, за что? За то, что ты мне в живот. Вот это, мама! А что там висит, бабуля? Что там висит? Памперс! Сухая кровать висит, бабуль. Ты хотела, чтобы кровать у нас пошли такая завтракать. А у нас тут такое чудо. А я тебе туда буду купать, а там еще мама купается. Да? Да. Ну пошли смотреть, где там мамы купаются. И ты там. И я? Да. Что тут за такой бассейн надули, да? Мама, вы сейчас речку? Хочет нам до самого конца. А с речки, что ли, вода? Да, да. Сразу мама, ты идешь, а мама. А, ну, это тепленькое. Да, теплое? Мама, мама, ты идешь, а мама купается. Ага. Классно! Пускай набирается. Не трогай. Сейчас я так. Эй! Закрой петрушку, чтобы быстрее сюда. Эй! Классный какой бассейн, вообще да, красивый, да? Такой, что видишь, и Афонька не воды. Ну да. Ну да, его только туда сажать надо. Положи, подходи сейчас, сынок. Папа. Да вы сейчас уже начнете. Афоня. Три, сейчас так брызгает, не надо, пусть течет хорошо, спокойненько. Ура! Да, мы я поделюсь.
И вот этот наш дельфинарий. Классный. Так, вот этот дельфинчик. Афанасий, ты рад? Ребята, а что сегодня за день у нас? Смотри, дай мне фонарики. Афоня, а где деда? А где деда? А где деда? Афонька, ну и как тебе, сын? Папа, я можно? Нет. С Женей валялись, и тут у нас такое на кухне, ребята, тут сами. Кастрюля с пюрехой, копченое мясо. Дельфинарий. Ну что, мы сейчас все оделись и разделись. И куда мы едем? Не знаю. Ты знаешь, Зай, куда мы едем? Не пизди, что не знаю. Я не знаю, куда мы едем. Ну точно не знаю. Что? Что, сынок? Сейчас приехали на нашу заправку. Сейчас посмотрим, там лотосы зацвели. Вот тут лотосы, какие красивые. Вообще очень классные. Гляньте, тут вся это такое как озерцо. Я не знаю, что это. Какое-то пожарное. Пожарный водобьем. И вот они какие классные. Красиво. И бензин у нас, кстати, стоит вот мы 92-й мы, да? 33,80. Говорит, сколько бензин стоит. Екатерининский храм. Детский сад. Да, как фику скатят. Приехали мы. Ой, кто-то нам звонит, что ли? А машинка включилась. Прикинь, тут остригательная машинка, ты слышишь? Машинка включилась. Сейчас, видимо, я выключу. Ой, блин. Подстригла. Все, мы доехали. Теперь идем искать, где это все остальное находится. Поехали. Пошли, Антош? Смотреть, посмотри. Ага, бля, какой интересный, да? Колесо обозрения. Это мы в горпарке. И какой фонтан классный. Какими-то такими лялечками. Папа нас привез в дельфинарий. Что? А? А, дуб? Дуб очень классный, да. Такой у него ствол прям красивый. Приехали мы в дельфинарий. В общем, папа нам хочет устроить сюрприз. Ага. Сейчас нам папа билеты купит. Сколько? 600 рублей стоит билет. Три игрушки получат. А? Мам, поддержишь? А вот про дуб, это исторический дуб. Мам, вот это ствол. 1440 года. Больше взрослого человека. Крутой. Угу. Я так не кажется, но... Да. А тут как можно с семьей прокатиться. Классно. Вот те, кто? А, там кто-то, да, там рыбки какие-то вот плавают. Только они еще не стоят. Вон. Да, ну, конечно, водичка не самая чистая, да? Ну да, но они тут... Корм можно приобрести в кассе, написано, желающих покормить рыбок. Вон черепаху мы увидели. Почти как ниндзя. Ага, для какая классная. Короче, купили мы корм. Покормить рыбок. Вот такой вот малюсенький пакетик стоит 20 рублей. Вообще, слышишь? Сейчас они увидят.
Гляньте, сколько тут их вообще такие. Просто что вода такая, да? Грязная. Кидай, что ты? О, да, дай сколько. Корм, скажи. Ой, тут очень много. И одна черепашка. Папа, черепаха все-таки урвала. Там у нее отобрала. Ты кормишь, сынок? Ой, кормите. Там вы же побольше кидайте, что ж вы по одной. Не, ну правильно, по одной. А что там того корма? Если они сейчас все побольше кинут, там ничего не осталось. Интересно, за день сколько им кидают? Ну пойдем. Сын, ты приехал. Сын. Афонька хочет залезть на дуб. Ты хочешь залезть, сын? Выпустили его. Он такой красивый вообще. Обалдеть. Что, пришли мы в дельфинарий? Да? Все съели? Посмотрите на дельфинарий. Какие вкусные. Ага. Почему-то не слышат ваших аплодисментов.
першу паузу, дитина нам свою, і начне малиша Ненсі. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Música de la República. Ajá.
Соревнования повторим, а вы не сидите в тишине. Поддерживайте спортсменов. Ну что, дорогие друзья, похоже, судьба чемпиона решится в финале. Нашим спортсменам нужны громкие болельщики. И ваши аплодисменты. Николь достается маленький хвостик и приз зрительских симпатий. Представление закончилось, уже пофоткались, и я буду, блин, купаться. Но мне, если честно, как-то страшновато. Вообще ужас. Не знаю, сейчас гляну, что тут с моими глазами. Девочка вон плавает. Ай, как круто. Мечта, лет 5 назад еще хотела. Ты знаешь, дети, наверное, меньше радовались. Ты держи его! Это круто!
кому тоже хочется дельфина. Здорово, да. Все замечательно, на фотоаппарат смотрим. Я сейчас отосытый. Давай. Все. Проплыла я с дельфинчиками, вообще, конечно, ощущения прям неземные. Да, это прям притронуться к какому-то, к чему, о чем мечтаешь с детства, и прям они тебя несут, прям как будто это в сказке. Так что я прям счастлива. Очень люблю Сержуню. У него там романтик, он у меня, конечно, самый лучший. Класс, да? Я прям для каких-то счастливые, да? Здесь уличная библиотека. Можно взять и почитать. Все в парке поливается. Ау, Григорий! Ну что, все в порядке? Прям все такие эти автоматические. Теперь самая приятная часть. Класс, Дай. Я тебя люблю. Сегодня расскажешь все. Я покажу все. Не, как ты это? Меня муж на съедение дельфина через 7 лет совместной жизни. Обещанного 3 года что? Наверное, вы помните, какой группе ты погоди. Гляньте, какая красивая машина. Мы сейчас идем. Не трогай. BMW. Очень крутая. По цвету именно. Уезжаем. А? Пошел еще доспать. Ну и расскажи, где ты ныряй, был? Пока солнце не село. Будешь нырять? Вон, на это. Чего ты? Ты чего? Афонечка, ты увидел своего друга? Афонечка. Расскажи, Афоня, где ты был? Вода грязная очень. Да? Это не вода такая, ныряй. Это ж с речки просто ж набрали. Афоня, Афонечка. Будешь или нет? А мы тут с Григорием валяемся, да, сын? Ну да. Расскажи. Все там пока. Угу. А Гриша, что ты любишь, когда тебе чешут? Да, вот это вот я больше всего. Особенно, когда ты мне чешешь, и мне больше волосы растут на ногах. Когда я тебе чешу? Да. И что еще ты любишь? Что ты любишь вообще, сын? Вообще я люблю еще игры и стрелялки. И автоматы. И... Понятно. Ой, сына, сына. Сколько ж тебе лет, сына? Это сколько? 6? Да? Да, 6. Это 6. Вот столько. Это 6. Мы будем валяться с тобой. Ну да. Гришка хочет, чтобы мы почесали. Когда мама чешет мне на голове, у меня больше волос на голове растут. Детская логика, не знаю. Антоша, а ну-ка расскажи считалочку.
это главный боксер в нашей семье, да? На тебе головой, на тебе головой. Боксер ты наш. На тебе головой. Да, вот так. Я громила. А ну, Афоня, дай ему. Ой-ой-ой, как страшно. А сейчас начинаются мои 5 минут тишины с дыней. Уже тут ребята ели дыню, она очень вкусная вообще. Вкуснее, чем арбуз вчерашний. Сейчас буду ее кушать. Ну что, давайте прощаться. У нас уже 9:15. Ну, уже, наверное, буду заканчивать. Сейчас пойду монтировать влог. Сегодняшний день, вы уж простите, не расскажу, как мы познакомились. Скорее всего, расскажу завтра. Честно, думала, расскажу сегодня, потому что такой... Я думала, будет самый обычный день, мы ничего не будем делать. Но сижу, у меня прям такой классный сюрприз мне устроил. Вообще нет слов просто. Я потрогала дельфина, я с ними поплавала. А, вообще обалденно, очень, прям безумно обалденно прошел день. Я просто не ожидала, если честно, что он так пройдет. Я думала, что, ну, там позвонят, нас поздравят, и все там. Ну, максимум, может быть, кто-то приедет в гости. Кое-кто, кстати, забыл про наш день свадьбы, поэтому выговор вам, дорогие. Я думаю, что они поймут, а потому что они по-любому смотрят это видео. Вот. Я думаю, вы поняли. Ну, кто надо, то понял. И позвонят завтра, если они подключили интернет и посмотрят это видео, потому что я знаю, что там с интернетом у людей проблемы. Вот. В общем, завтра по-любому сразу же утром вам расскажу, как мы познакомились. Вот. На сегодня все. Ребята там еще гуляют. В общем, все, всех люблю, целую, пока, до завтра. Как всегда, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь. Напоминаю, что видео выходит каждый день. Буду очень рада вас видеть. И все, дорогие, всем пока, до завтра, пока.